Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. В театральном центре «Жаворонки» в рамках 8-го этапа патриотической эстафеты памяти прошла торжественная передача символов победы в Великой Отечественной войне. От Жаворонковского теруправления их передали Успенскому. Мне всегда удивительно, как хватает фантазии нашего руководства, чтобы придумывать и выискивать те необыкновенные символы, которые действительно хранит не только наша история, но хранят наши краеведческие музеи. Переданные символы будут находиться в Успенском в течение недели. Их вывезут в школы, детские сады и учреждения культуры. Покажут ребятам символику нашей победы. Мальчишки и девчонки смогут даже прикоснуться к ним. Гордитесь, что мы граждане своей страны. А если что-то не так, помните, все в ваших руках, дорогие дети. А мы очень надеемся, что мы доживем свою старость в прекрасной стране, которую будете строить вы. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».